Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшний обзор энергетиков посвящен снова торнадо. Причем сразу двум вкусам. Если я не ошибаюсь, то когда я вернулся с армии, увидел в рекламу вот этих вот двух вкусов. И пытался их найти, чтобы, естественно, сделать обзор. К сожалению, поиски затянулись, но, как видите, я их приобрел. И хочу сделать на них подробный обзор, потому что это должно быть что-то очень вкусное. И первым на обзор будет у нас банановый торнадо. Да-да, со вкусом банана. Я еще ни разу не пил ничего, кроме обыкновенного сока со вкусом банана. Недавний у меня был обзор Volt Energy с клубникой и бананом, так что рекомендую его посмотреть. А здесь просто банан, то есть никакой клубники. Давайте его открою. Ну, пахнет он идентично всем мармеладкам из бананов. Прям копия. Кстати говоря, теперь настоящий банан чувствуется. Но вот со временем, знаете, вот первый втяг, так сказать, он дает запах какого-то мармелада или чего-то со вкусом банана. Но чуть попозже, если ты уже принюхаешься, то будешь чувствовать настоящий банан. И это торнадо не исключение. Единственный напиток, который я пил со вкусом банана, точнее, ну, вроде как из бананов, это сок. Вот такой. Я до этого, вообще не думал даже о том, что как вообще возможно из банана выжать сок. Но потом, если подумать, можно сделать пюре, размешать его с водой, убрать всю мякоть, и вот вам банановый сок. Только если так. Давайте его дегустировать. Цвета у него нет. Ну как, такой голубоватенький. Ну, слегка желтоватый такой вот. Аромат просто божественный. Ну что, давайте дегустировать. У меня какой-то резкий такой вкус. Прям сильный. Банан есть. Все четко. Но передает ли он его так же, как тот сок? Думаю, даже лучше. Чтобы вы понимали, бананы ем крайне часто, поэтому я могу сказать объективно за бананы. Вкус он передает отлично. Как и всегда, торнадо старается, и у них получается очень хорошо. Не знаю, как это они это делают, но вкус банана получился у них отлично. Не приторный, как всегда, с довольно таким мягким послевкусием банановым. Самое главное, что он не химозный и не переслащенный. Прям вот обычный газированный напиток с вкусом банана, который очень хорошо его передает. Следующий у нас кандидат это... Все верно, это арбузный торнадо. Да, именно об этом я мечтал целый год. Ну, просто пока я был в армии, я ни разу не кушал арбуз. И до этого, в принципе, полгода тоже, и полгода после. Короче, суммарно 2 года не хавал арбузов. И когда увидел арбузный торнадо, я очень сильно обрадовался. Давайте посмотрим, что из себя представляет арбузик. И лучше ли он банана? Кстати, заметьте, штрих-коды вешают. Точнее, QR-коды. Так, банановый. Арбузный. Но пахнет почти как банановый. Но арбуз так не пахнет. Так пахнет мороженое со вкусом арбуза, но не сам он. Ну ладно, так. Он должен быть красного цвета. Ладно, он ни хрена себе. Посмотрите, он такого фиолетового цвета. О, а так розовый. Короче, при разном освещении он разного цвета. Выглядит красиво. Это все еще не арбуз. Это, вот знаете, что это больше напоминает? Вот здесь у нас есть watermelon, а он больше напоминает именно melon, то есть дыню. Ну, давайте попробуем и посмотрим, насколько они хорошо передали вкус. Вам покажется, что мне торнадо заплатил? На самом деле нет. Очень похоже на настоящий арбуз. Такое ощущение, как будто у него даже вот эта вот мякоть такая вот рассыпчатая на языке из-за газиков. Блин, балдеж. Слушайте, мне очень нравится. Честно, когда я пил, могу сказать только по поводу лимонного пирога торнадо, когда я его пил уже после обзора, со временем он мне, начал как-то так себе нравиться, потому что все-таки в привкус выпечки в напитке он не супер. Не знаю, это, конечно, дело каждого, но лично мне он не зашел. А вот арбузный торнадо вообще бомба.
Это реально арбузный сок, только газированный, очень вкусно, очень добротно. И да, он мне нравится больше банана. Ведь он уже пустой. Ну и, собственно, пришло время пить арбузик. Суперский, вот ему зачет прям 10 из 10. Этому девяточку поставим. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно пишите в комментариях, пробовали ли вы эти два вкуса и как они вам. Не забывайте ставить лайки, а также дополнительно писать в комментариях, какие еще энергосы, что я не обозревал, или не только энергосы, можно какие-то новинки из чипсов. Кстати говоря, у меня вот тут лежит пачка, которую я обязан обозреть, но я до сих пор не сделал у нее обзор, она у меня валяется тут. Очень интересные чипсы с очень странным вкусом, но если вы проявите хорошую активность на этом видео, то оно выйдет в ближайшее время. Всем спасибо за внимание, удачи и пока.